Дорогие друзья, приглашаю вас принять участие в ежегодной конференции, которая посвящена дню рождения служения «Ответ в Иисусе». Нашей церкви исполняется 6 лет, а миссии 18 лет. И, как всегда, на день рождения нам так хочется увидеть много наших друзей. Вместе с вами мы будем благодарить нашего Бога за всю проделанную работу, а также молиться о благословении на следующий год. А сейчас я хочу представить вам особых гостей нашей конференции. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Иначе говоря, пусть будет больше духа и меньше плоти, и тогда мы никогда не потускнеем. Послушайте, Писание говорит, если бы мы были от мира, то мир бы любил бы свое. Но так как мы с вами не от мира, поэтому мир ненавидит. Слышите, не просто мы разошлись во мнениях. Мир ненавидит нас. Вот такая твоя доля. Жизнь проходит в стороне. Жизнь одна на два лакбука. Третий ты отдал бы мне. Сердце ждет встать на родной порог и стряхнуть пыль от земных дорог. Разум мой долго понять не мог. Дом мой там, где со мной Бог. Итак, присоединяйтесь к нашей конференции и разделите радость нашего праздника. 8 и 9 февраля. Мы ждем вас.